Наталья Комарова вместе с югорчанами отпраздновала Вороний день. В минувшие выходные в музее под открытым небом Торума встретили весну по традициям коренных народов Севера. Для посетителей организовали интерактивные площадки, гости пели, плели гнезда и даже сами мастерили куклу вороны. Эта птица особенно почитается народами Севера. По преданиям, она приносит весну. Актеры театра обско-угорских народов «Солнце» показали постановку о весеннем празднике. Если заглянуть в прошлое, это семейный праздник был, да? В семье проводили или в маленькой деревне этот праздник проходил. А сейчас уже многие годы проходит как бы такой общий праздник. Он возрождался многие годы, а теперь уже, естественно, каждый год сценарий этого праздника меняется, добавляется, что-то новое приобретает. И сюда приходят к нам на праздник очень много людей. Не только жители города, но и гости.